Добрый день, дорогие дети! Сегодня вашему вниманию предоставляется урок химии на тему «Структура элементов и соединений». Данный урок проведу с вами я, Каримова Асель Сембаевна. Я учитель Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Павлодар. Целью нашего урока будет следующее. Повторить строение электронных оболочек и распределение электронов в атомах некоторых элементов. Понимать, что завершение внешней электронной оболочки приводит к стабильности атома. Определять, каким путем может быть получена завершенная внешняя оболочка атома. Также научимся понимать ионную связь, ковалентную связь, научимся рисовать диаграмму точек и крестов и понимать свойства веществ с ионной кристаллической решеткой, веществ молекулярного, макромолекулярного и металлического строения. Для этого нам понадобится серия полезных фраз для диалога и письма. До завершения наружной оболочки атому Х необходимо электронов. Электроотрицательность атома Х выше, так как электроны, находящиеся на внешнем энергетическом уровне, ближе расположены к ядру. Электроотрицательность атома Y ниже, так как электроны, находящиеся на внешнем энергетическом уровне, дальше расположены от ядра. Электроотрицательность атома Z выше, так как число электронов на внешнем энергетическом уровне больше, чем у атома D. Молекула X образована ионной связью, так как атом элемента отдает электроны и образует положительно заряженный ион, а атом элемента принимает и образует отрицательно заряженный ион. Молекула Y образована атомами элемента одного вида, поэтому связь будет ковалентная, неполярная. Молекула Z образована атомами элементов разных видов, электроотрицательность которых имеет незначительную разницу, поэтому связь будет ковалентно-полярной. Прежде чем рассмотреть, как же образуются связи, нам необходимо понять, почему атомы взаимодействуют между собой. Для этого вам необходимо выполнить следующее задание. Напишите электронные формулы атомов следующих элементов и определите количество электронов, недостающих до завершения внешней электронной оболочки. Вам предоставляются такие атомы, как натрий, хлор, фосфор, калий. Если вы выполнили, давайте проверим, как вы справились с заданием. До завершения наружной оболочки атому натрия необходимо 7 электронов. Атому хлора до завершения наружной оболочки не хватает 1 электрона. Для фосфора 3 электрона, и для калия не хватает 7 электронов. Отсюда можно сделать вывод. Атомы элементов стремятся к наиболее устойчивой электронной конфигурации. Они будут стремиться к завершению своей наружной электронной оболочки. А завершение внешней электронной оболочки приводит к стабильности атома. Устойчивой является электронная конфигурация с завершенным внешним электронным уровнем из S2 и P6, то есть из октета. Поэтому атомы взаимодействуют друг с другом. Только для одного атома завершение наружной оболочки включает не 8, а 2 электрона. Это благородный газ гелий. У него на внешней оболочке 2 электрона, 1s2. Причина этого исключения вполне понятна.
На самом нижнем уровне помещается только S-орбиталь, на которой можно разместить не более двух электронов. Но физический смысл октета при этом не меняется. Одна из наиболее существенных свойств атомов элементов, определяющих, какая связь образуется между ними, это электроотрицательность, то есть способность атомов соединения притягивать к себе электроны. Условную количественную оценку электроотрицательности дает шкала относительных электроотрицательностей. В периодах наблюдается общая тенденция роста электроотрицательности элементов, а в группах их падение. Электроотрицательность зависит от расстояния между ядром и валентными электронами, а также насколько внешняя электронная оболочка близка к завершению. Например, атом с 7 электронами на внешней оболочке будет проявлять гораздо большую электроотрицательность, чем атом с одним электроном. Давайте выполним задание. Сравните электроотрицательность следующих атомов: кислород и азот, сера и селен, бром, хлор, фтор, углерод. Если вы выполнили задание, давайте проверим, насколько вы выполнили все верно. Здравствуйте. Давайте проверим задания, которые были вам предложены. Для начала мы сравним электроотрицательность таких элементов, как фтор и углерод. Так как фтор и углерод находятся в одном периоде, электроотрицательность будет увеличиваться с увеличением количества электронов на внешнем энергетическом уровне. Так как у фтора электронов на внешнем энергетическом уровне больше, чем у углерода, его электроотрицательность будет больше. А теперь мы сравним кислород и азот. Кислород и азот также расположены в одном периоде. У кислорода электронов на внешнем энергетическом уровне больше, следовательно, его электроотрицательность будет выше. А теперь мы сравним такие элементы, как бром и хлор. Бром и хлор находятся в одной группе, следовательно, электроотрицательность будет уменьшаться с увеличением заряда ядра. Так как заряд ядра у хлора меньше, чем у брома, его электроотрицательность будет больше. И в последнюю очередь мы сравним селен и серу. Селен и сера также находятся в одной группе. Следовательно, электроотрицательность будет увеличиваться с уменьшением заряда ядра. Так как заряд ядра у селена больше, его электроотрицательность будет меньше. До свидания. Спасибо, ребята. Я надеюсь, вы также сделали все правильно. Образование химических соединений обусловлено возникновением химической связи между атомами в молекулах и кристаллах. Химическая связь – это взаимное притяжение атомов, приводящее к образованию молекул и кристаллов. Атомы, присоединяясь друг с другом, образуют как простые, так и сложные вещества. Сегодня мы с вами рассмотрим следующие типы химических связей. Это ковалентная, которая может быть полярной и неполярной, ионная связь и металлическая связь. Первый тип связи, который мы с вами рассмотрим, это будет ионная связь. Ионная связь – это связь, образованная электростатическим притяжением друг к другу разноименно заряженных ионов. Эта связь возникает при взаимодействии атомов, которые резко отличаются друг от друга по электроотрицательности. Например, типичные металлы, такие как литий, натрий, калий, образуют ионную связь с типичными неметаллами. Как же образуется соединение с ионной связью? Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рассмотрим образование соединения с ионной связью на примере хлорида кальция. Молекула хлорида кальция состоит из одного атома кальция и двух атомов хлора. На внешнем энергетическом уровне кальция
есть два электрона. Условно мы их обозначим точками. На внешнем энергетическом уровне хлора есть 7 электронов. Мы их обозначим крестиками. Электроны кальция переходят к атому хлора, так как электроотрицательность кальция намного меньше, чем у хлора. В результате образуется ион 2 плюс кальция. И отрицательный ион хлора. Таким образом образуется соединение с ионной связью. Спасибо за внимание. Спасибо, ребят. Я думаю, вам теперь было понятно, как же все-таки записывается правильно механизм образования ионной связи. Следующий тип связи, который мы с вами рассмотрим, это будет ковалентная связь. Ковалентная связь – это связь, возникающая между атомами за счет образования общих электронных пар. Механизм образования ковалентной связи бывает двух видов. Это обменный и донорно-акцепторный. Обменный механизм, когда каждый атом предоставляет в общую электронную пару один неспаренный электрон. Донорно-акцепторная связь возникает за счет двух спаренных электронов одного атома, который и будет являться донором, и свободной орбитали другого атома, который будет акцептором. Сегодня мы с вами рассмотрим механизм образования ковалентной связи обменной. Ковалентная связь у нас может быть ковалентно-полярной и ковалентно-неполярной. Первый тип связи, который мы с вами рассмотрим, это будет ковалентно-полярная связь. Давайте мы сейчас посмотрим видео, где хорошо показано механизм образования ковалентной связи. Данная анимация показывает, что каждый атом предоставляет одну неспаренную электрон для образования связи. Следующий тип связи будет ковалентно-неполярная связь. Она образуется между атомами с одинаковым значением электроотрицательности. Такая связь существует в молекулах простых веществ, таких как кислород, азот, водород. На примере молекулы кислорода мы с вами сейчас посмотрим, как же образуется данная связь и как правильно необходимо записывать механизм образования ковалентно-неполярной связи. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы рассмотрим механизм образования молекулы кислорода, которая состоит из двух атомов. На внешнем энергетическом уровне атома кислорода находится 6 электронов, двое из которых неспаренные. Условно обозначим их точками и крестиками. Неспаренные электроны соединяются и образуют две общие электронные пары.
Так как электроотрицательность данных атомов одинаковая, связь будет ковалентная неполярная. Спасибо за внимание. Ковалентная связь различается и по способу перекрывания электронных орбиталей. В случае, если электронные орбитали связи находятся на линии при перекрывании, например, SS электронных орбиталей, SP или PP перекрывании электронных орбиталей, образуется прочная сигма-связь. А в случае бокового перекрывания P-орбитали образуются менее прочные пи-связи. Причем пи-связи может быть только сигма-связью. За счет этой связи у нас образуются двойные, тройные, кратные связи. Поэтому по числу общих электронных пар, связывающих атом, то есть по кратности, различают ковалентные связи одинарные, двойные, тройные. Следующий тип связи, который мы с вами рассмотрим, будет металлической. Металлическая связь – связь в металлах, сплавах между атомом и ионами посредством обобществленных внешних электронов. Схема образования металлической связи выглядит следующей. Атом металла отдает электроны, при этом образуется металл-катион, где N – число внешних электронов, участвующих в образовании связи. Что же означает это понятие атом-ион? Атомы металлов на внешнем энергетическом уровне имеют небольшое число электронов, поэтому они стремятся их отдать. Хорошо, если есть не металл, который их примет, а если его нет, что тогда? В куске металла, слитке или металлическом изделии атомы металла отдают внешние электроны и посылают их в этот кусок, слиток или изделие, превращаясь при этом в положительно ион. Оторвавшиеся электроны перемещаются от одного иона к другому, при этом соединяются с ними в атомы и снова отрываются. И этот процесс происходит непрерывно. В куске металла существуют то атомы, то ионы. Их так и называют атом-ионы. Между металлической и другими видами связи существует заметная разница. Электроны, осуществляющие ковалентную связь, в основном пребывают в непосредственном близости от двух соединенных атомов. В случае металлической связи электроны, осуществляющие связь, перемещаются по всему куску металла. Такой тип связи характерен для всех металлов. В связи с этим образуются общие свойства, характерные для металлов, такие как металлический блеск, хорошая проводимость теплоты и электричества, ковкость, пластичность. Как нам всем известно, вещества могут находиться в трех агрегатных состояниях. Например, вода. При обычных условиях это жидкость, но она может быть и паром, и льдом, или кислород. При обычных условиях представляет собой газ, при температуре минус 194 градусов по Цельсию он превращается в жидкость голубого цвета, а при температуре минус 218,1 градусов затвердевает в снегообразную массу, состоящую из кристаллов синего цвета. В твердом агрегатном состоянии, в зависимости от степени упорядоченности частиц, различает аморфные и кристаллические вещества. К аморфным можно отнести такие вещества, которые не имеют строгого порядка в расположении атомов. К ним можно отнести такие вещества, как смола, стекло, канифоль, сахарный леденец. При низких температурах они ведут себя подобно кристаллическим телам, а при высоких
ведут себя подобно жидкости. К кристаллическим веществам можно отнести, к примеру, поваренную соль, йод, металлы, где атомы и молекулы или ионы занимают упорядоченное определенное положение в пространстве. Кристаллы. Кристаллы – это твердые вещества, частицы которых образуют периодически повторяющуюся в пространстве структуру – кристаллическую решетку. Точки размещения частиц называют узлами кристаллической решетки. В узлах кристаллической решетки могут быть молекулы, атомы или ионы. В зависимости от характера частиц, образующий кристалл, и от типа химической связи между ними различают 4 типа кристаллических решеток. Это ионная, молекулярная, макромолекулярная или атомная и металлическая. Первый тип связи, который мы с вами рассмотрим, это будет макромолекулярная или атомная кристаллическая решетка. В узлах атомных решеток находятся атомы, соединенные друг с другом ковалентными связями. В структуре атомного кристалла невозможно выделить отдельные молекулы, ведь кристалл можно рассматривать как одну гигантскую молекулу. Поскольку ковалентные связи весьма прочные, все вещества, имеющие атомные решетки, являются твердыми, тугоплавкими, малолетучими веществами. Таких веществ немного. К ним относятся алмаз, кремний, кварц, графит, а также соединения элементов кремния и углерода, такие как карбиды и силициды. Следующий тип связи, тип кристаллической решетки, который мы с вами рассмотрим, будет молекулярный. В узлах молекулярных кристаллических решеток находятся молекулы, которые связаны друг с другом слабыми межмолекулярными силами. Такие кристаллы образуют вещества с ковалентной связью в молекулах. Молекулярные кристаллические вещества характеризуются значительной летучестью, небольшой твердостью, легкоплавкостью. Вещества с таким типом решетки очень много. К ним относятся твердый водород, хлор, углекислый газ и другие вещества при обычной температуре, которые имеют газообразное агрегатное состояние. Кристаллы, образуемые благородными газами, также следует отнести к молекулярным. Следующий тип кристаллической решетки, который мы с вами будем рассматривать, это ионная кристаллическая связь. В узлах ионных кристаллических решеток находятся катионы, положительно заряженные ионы, и анионы, отрицательно заряженные ионы. Такой тип кристаллической решетки характерен для веществ с ионной связью. Как и в атомных кристаллах, в ионах также нельзя выделить отдельные молекулы. Весь кристалл рассматривается как одна большая гигантская молекула. Связи между ионами прочные, поэтому ионными соединениями свойством высокие температуры, кипение и плавление, малая летучесть, большая твердость, хотя обычно несколько меньше, чем для веществ с атомной решеткой. Ионы, которые находятся в узлах кристаллической решетки, мы можем разделить на две группы. Это простые ионы, которые состоят из одного элемента, и сложные ионы, которые состоят из нескольких элементов. Следующий тип кристаллической решетки, который нам необходимо с вами посмотреть, это металлическая кристаллическая решетка.
В узлах металлических кристаллических решеток находятся положительно заряженные ионы металлов и валентные электроны, передвигающиеся между ними в различных направлениях. Совокупность свободных электронов называется электронным газом. Такое строение решетки обуславливает большую электропроводность, теплопроводность, высокую пластичность металлов. Металлическая кристаллическая решетка характерна для всех металлов. Я надеюсь, тема нашего урока была вам понятна. А теперь для того, чтобы проверить это, мы выполним с вами задание. Оценить свою работу вы сможете по следующим критериям. Если же вы ответили правильно на 80%, то есть ответили правильно на 8 вопросов из 10, правильно написали не менее 2 из 3 механизмов образования соединения ионной ковалентной связи посредством точек и крестов, правильно определили не менее 6 из 7 типов кристаллической решетки по его свойствам. По данным критериям мы проверим такие навыки, как знание, понимание и применение. Первое задание будет тестовое. Вам необходимо ответить на 10 вопросов данного теста. Если вы выполнили правильно задание, давайте мы с вами проверим, как вы справились с данными заданиями. На внешней оболочке атома фтора 7 электронов. Сколько электронов ему необходимо для завершения наружной электронной оболочки? Конечно же, необходимо 1 электрон. Следующий вопрос. Ионная связь образуется электростатическим притяжением противоположно заряженных частиц. Следующий вопрос. Для того, чтобы прийти в стабильное состояние атому кальция, необходимо отдать 2 электрона. Молекула оксида фосфора пятивалентного образована ковалентно-полярной связью. Ион серы соответствует электронная конфигурация. Следующее. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Следующий вопрос. Механизм образования ковалентной связи за счет неспаренных электронов называется обменным. И последний вопрос. Выберите группу соединений, образованных ковалентно-полярной связью. Это углекислый газ, хлороводород и фосфин. Следующий вопрос. Связь в молекулах и сплавах между атом-ионами посредством обобщенных электронов называется металлической. Молекулярный тип кристаллической решетки реализуется в строении H2O, то есть воды. Вещества в атомной кристаллической решетке очень твердые и тугоплавкие. Это был последний вопрос теста. Я надеюсь, вы справились с данным заданием. Следующее задание. Покажите механизм образования следующих соединений и определите тип химической связи. Вам даются такие вещества, как молекула азота N2, молекула фторида бора, бор-фтор-3, и молекула сульфита калия, калий-2С. Я надеюсь, вы справились с данным заданием. А теперь давайте проверим, как же вы выполнили данное задание. Совершенно верно. Ковалентная неполярная связь характерна для молекулы азота.
Для молекулы фторида бора характерна ковалентно-неполярная связь. Для молекулы сульфида калия характерна ионная связь. И следующее задание. Определите тип кристаллической решетки следующих простых веществ на основе их физических свойств. Вам даны такие вещества, как хлор, кислород, натрий, сера, магний, алмаз, алюминий. Если вы выполнили данное задание, давайте мы его проверим. Кислород. Для кислорода характерна молекулярная кристаллическая решетка, так как при обычных условиях это газ без цвета, без вкуса и запаха, мало растворим в воде. Для натрия, так как он пластичный, легкий серебристый металл и проводит электрический ток, для него характерна металлическая кристаллическая решетка. Для серы характерна молекулярная кристаллическая решетка, так как это хрупкое кристаллическое вещество желтого цвета и не растворяющееся в воде. Для магния характерна металлическая кристаллическая решетка, так как магний – серебристый металл с температурой плавления 651 градусов по Цельсию. Также он хорошо проводит электрический ток. Для алмаза характерна атомная решетка. Он является одним из простых веществ углерода. Является очень твердым, прозрачным веществом, температура плавления которого равна 3500 градусов Цельсия. Для алюминия характерна металлическая решетка, так как он крепкий, легкий, серебристый металл с температурой плавления 660 градусов Цельсия. Ковкий и хорошо проводит электрический ток. Хлор при обычных условиях зеленовато-желтый газ с резким запахом, переходящий в жидкое состояние при температуре минус 34,1 градуса Цельсия. Поэтому для него будет характерна молекулярная кристаллическая решетка. Спасибо, ребята! Я надеюсь, вы все справились с данным заданием. А теперь давайте сделаем вывод по нашему сегодняшнему заданию. Химическая связь – это взаимодействие двух атомов, осуществляемое путем обмена электронами. При образовании химической связи атомы стремятся приобрести устойчивую восьмиэлектронную или двухэлектронную внешнюю оболочку. Следующий вывод. Тип химической связи зависит от того, насколько велика разность значений электроотрицательности соединяющихся атомов элементов. Чем больше отличается по электроотрицательности атомов элементов, образующих связь, тем химическая связь будет полярнее. Провести резкую границу между типами химической связи нельзя. В большинстве соединений тип химической связи оказывается промежуточным, в зависимости от того, какому из предельных случаев ближе по своему характеру химическая связь. Ее относят либо к ионной, либо к ковалентно-полярной связи. Следующий вывод. Составляя электронные формулы веществ, следует помнить, что каждая электронная пара это условное изображение повышенной электронной плотности, возникающей в результате перекрывания соответствующих электронных облаков. Свойства веществ зависят не только от вида химической связи, существующей между частицами, но и от пространственного расположения этих частиц относительно друг друга. Любое твердое кристаллическое вещество имеет определенную структуру, которая влияет на свойства вещества. Следовательно, зная структуру вещества, можно предсказать ее свойства
и наоборот. Зная свойства вещества, можно предсказать его структуру. А теперь давайте вернемся к целям нашего урока и посмотрим, достигли ли мы их или нет. Целью нашего урока были следующими. Повторить электронную оболочку и распределение электронов в атомах некоторых элементов. Понимать, что завершение внешней электронной оболочки приводит к стабильности атома. Определять, каким путем может быть получена завершенная внешняя оболочка атома. Понимать ионную, понимать ковалентную связь, уметь рисовать диаграмму точек и крестов, а также понимать свойства ионных решеток молекулярного, макромолекулярного и металлического строения. В качестве домашнего задания я хотела бы вам дать следующее. Повторить все виды химической связи, их определение и механизм образования. Повторить типы кристаллических решеток. Определить тип химической связи между атомами таких веществ, как бромида кальция, хлороводорода, оксида бария и оксида серы четырехвалентного, а также написать их механизм. Следующее задание такое. Кремний имеет атомную кристаллическую решетку. Каковы его физические свойства? И последнее задание. Оксид углерода, углекислый газ, имеет низкую температуру плавления. А кварц, оксид кремния, очень высокую, которая равняется 1725 градусов по Цельсию. Какой тип кристаллической решетки в данных соединениях? Объясните свой ответ. Я надеюсь, вы справитесь с домашними заданиями, и к следующему занятию вы будете готовы. Всю информацию вы можете найти на сайте moodle.niz.edu.kz. Спасибо за внимание. До новых встреч!